На пятый ковер повторно вызывается Щербина Алексей. Последним ключевым повторным временем, если через 2 минуты он меняется на пятый ковер, он будет снят со схватки. Плохой уровень усилий. Повторно возвращается. Через побитый Александр. Подписчик Александр. Расстегни. На четвертый ковер приглашается. А то вы отдупили на Жирпан, Мишняков Антон. Сейчас на пятом ковре Щербин Алексей, Флорин, Куницын Дмитрий, Айтон Рафа. На второй ковер приглашается Быстров Евгений, Селезнев Юрий. За ними готовится Нагьянов Никита, Головик Илья. На поверхность 1 приглашается Скляр Назар, Ярошевский Илья. Я добежал по стропке кину. После этой схватки на третий ковер готовится Виктор Чан Ай, Борзунов Павел, Ноуди. На пятый ковер вызывается Тимирев Ярослав, Басков Санжи. Синий пояса, вес 85. За ними Кузнецов Юрий, Воронин Егор. На второй ковер приглашается Татьяна Никита, Головик Илья. За ними готовится Степанов Ярослав, Татаненко Алексей. Сейчас на пятом ковре Тимирев Ярослав, Басков Санжи. За ними Кузнецов Юрий, Воронин Егор. Готовьте заранее. Суворов Григорий, Семечков Дмитрий. На ковер вызывается Басковов Санжи. Спортсмен включено контрольное время. У него есть 2 минуты на подготовку и выход. На ковер приглашается Ярошевский Илья, ковер номер 1. Стоп! На второй ковер приглашается Степанов Ярослав, Татаненко Алексей. За ним готовится Кузьмин Иван, Жилович Андрей. На ковер номер 1 приглашается Ярошевский Илья.